Ежица колючий, что ли? Что-то вроде ежа, да. Интересный такой комментарий, достаточно такой позитивный. У меня такое частенько бывает, что вот хочется чего-нибудь не понять, ничего и смешиваю, да. Разную еду, к примеру, курму с хлебом, с майонезом или перловку с вареньем, добавив до кетчупа земляничную варенье еще больше с бананом. Плетаю, да? Интересное такое. Интересный комментарий, позитивный. Вот такие комментарии было бы почаще. И вообще было бы хорошо. Так что можно поблагодарить этого ежича колючего за такой позитивный комментарий. И отдельно его же я поснимаю.